Меня зовут Ильдар. Я играю на гитаре полтора-два года где-то. Ну, вот, то есть какие-то базовые вещи, в принципе-то, я умею играть. А где занимались? Сами? Или... Сам. Курсы скачивал в интернете. Вот, у меня, в принципе, навыки есть определенные игры на гитаре. А что, прервались? Почему? А, почему? Не, вот эти полтора года сейчас идут. Да, я не прерывался. Понятно. Ага, хорошо. Ну, показывайте. Так, что-нибудь сыграть, да? Да. Что-нибудь, да, продемонстрировать сейчас. А что продемонстрировать? Ну, что-нибудь, любую там мелодию, песню, которую вы пробовали играть сами. Ага, так, да, конечно. Да, я вот, поняла. Это такая простенькая мелодия. Всем привет! Спасибо, что смотрите мои ролики. Единственное, что я хочу вам сказать, это подписывайтесь. Больше 60% зрителей смотрят меня, будучи неподписанными. Не заставляйте меня звонить в полицию. Подписывайся. Уверен, что большинство из вас на каком-то этапе жизни задумывались о том, чтобы начать играть на гитаре. Почему бы это не сделать сейчас? Тем более, когда есть такое приложение, как Timbro. Открываем приложение, выбираем уровень игры на гитаре, и Timbro сам определит вектор твоего обучения. В приложении очень много разнообразных композиций, как для начинающих гитаристов, так уже и для продвинутых. Для примера выберем Fingerstyle, задача 1. Вот такими маленькими, но уверенными шагами вы постепенно переходите к более сложным композициям. Приложение можно скачать в Google Play и Apple Store абсолютно бесплатно. Ссылка на приложение в описании к видео. Timbro, скачивай и развивайся. Я больше по электрогитарам там. В общем, я к тому тебе говорю, что, наверное, если ты хочешь научиться играть фингерстайлом, то кого-нибудь тебе другого лучше поискать, не буду обманывать, что я тебя смогу научить. А что играешь и что вообще хочешь научиться играть? А вообще нравится стиль фингерстайл. Я чувствую, что чуть-чуть застоялся на месте, вот, и надо как-то вот дальше мне вот двигаться. Вот я не знаю, просто мне кажется, что нужен человек, который меня просто толкнет, скажем так. А вы вообще что играете? Ну, не знаю, тебя слышно сейчас? Да, круто. Ну, всякий рок, поп. У меня кошка там чуть лезет. Там всякие сольные. Thank you.
Ну, или там стандартные классические. Ну, и так далее, в общем. Я все понял. Я понял. Это вообще, на самом деле, сейчас безумно круто, что мы сейчас сыграли. Я сейчас, наверное, немного в шоке. Я даже немного жалею о том, что я вообще насчет так зациклился на фингерстайле, потому что это очень круто. Давай, может быть, ты мне покажешь, что вот прям у тебя отлично прям получается. Какая-нибудь мелодия, прям, которая вообще от зубов у тебя отскакивает. Самая такая вот прям... Не знаю, я в час ночи подняю, ты мне сыграешь без проблем. Вообще, чего хотите еще научиться? Чему? Вы же, в принципе, вон как хорошо. Ну, просто дальше какие-то более сложные композиции, потому что я чувствую, я сейчас уперся в какой-то, некий, в свой, так скажем, потолок. Я обычно учу с нуля, а у вас уже какой-то опыт есть, причем опыт, вы играете где-то, может быть, пару лет, нет? Нет, один год я играю. Один год? Где-то год, да. А вы могли бы что-нибудь, может, сыграть? А что-нибудь из сложных боев, каких-нибудь скоростных боев, еще что-нибудь такое? А, например, вы, если сможете показать? Так, например, бой Цоя тот же, нет? Например, бой Цоя. Мне не получится сейчас, его надо громко играть. Я может, что-то не слышу? Вниз, вверх, вниз, вниз, вверх. А просто галопом, если. Это как? Я никогда их не играл, я сейчас первый раз это слышу. У меня такие, слышу. Знаете, бои есть. Сейчас.
быть, ты вот прямо сейчас разучиваешь, и она тебе прям, не знаю, тяжело дается. Тяжело дается? Так, ага, так. Фингерстайл не играете? Мне просто больше именно фингерстайл вы не играете, да? Ну, это вообще было супер круто, на самом деле. Я даже, у меня слов, честно говоря, нету. Но я только парочку классических произведений знаю, но они не настолько виртуозные и красивые, как это у вас. Но это бы самый мучий вот эти... Я думаю, что сейчас по скайпу я не услышу всего того, что нужно там. Ну, малозначительные вещи, которые нужно было бы исправить. А мне просто кажется, что вам, ну, как бы моя помощь, ну, она не то чтобы не нужна, а вы и так хорошо справляетесь. Поэтому подумайте. Я вам могу, конечно, что-то подсказать, да? Я понял, да. Вещи. Но, в принципе... В принципе, у вас так все хорошо. Да, вы думаете, да? Ну да, поэтому что вам тратить деньги зря, все это сделать. Я понял. Хорошо, спасибо вам большое. Не, ну просто действительно, как бы, ну то есть, мне кажется, тут вы сами и отлично справитесь без меня.